Размещение деловых зон, выставочных экспозиций, площадок для образовательных квестов и торжественных мероприятий. Выездной комиссии Оргкомитета Всероссийской недели охраны труда важна каждая деталь, учитывая важность мероприятия, участие в котором принимают первые лица государства, а также ведущие эксперты в области охраны труда, в том числе и иностранные. В этом году мы видим, что мероприятие становится еще более значимым. Задач много, и каждый раз они, скорее, наверное, даже повторяются, потому что люди травмируются одинаковым, в общем-то, образом. Да? Но техника совершенствуется. Здесь вот будет представлена выставка большая, экспозиция именно средств защиты, средств спасения. МЧС планирует развернуть консультативный пункт, а также МЧС представит выставку пожарно-спасательной техники. Она будет проходить перед входом в медиа-центр, где посетители выставки смогут ознакомиться с новыми образцами спасательной пожарной техники МЧС. Всего в рамках недели охраны труда запланировано более 120 мероприятий. Одно из самых масштабных – это пленарная сессия в честь открытия недели. Зал на 2000 мест уже готовят. И естественно, мы в конечном итоге должны показать нашим регионам, которых мы тоже радушно будем встречать уже второй раз на кубанской земле, насколько у нас сегодня очень перспективно развивается направление охраны труда в крае, насколько мы сегодня успели в снижении производственного травматизма. Ну и, естественно, как говорится, мы поделимся своим опытом с нашими коллегами, с 85 регионами нашей страны. Заявки на участие в форуме уже подали более 7500 человек, включая делегации крупнейших российских корпораций. В прошлом году их было на 1000 меньше. Кстати, комиссия по подготовке форума приезжает в Сочи уже во второй раз. Всероссийская неделя проходит по распоряжению правительства России и уже стала самым масштабным мероприятием в сфере охраны труда. Старт недели 18 апреля. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.